Камера, мотор. Полный зрительный зал замирает в ожидании позитивного заряда. В кинотеатре «Товарищ» долгожданная премьера фильма телеканала ОНТ «ЗС номер один». На экране предстает тайная жизнь белорусской заправки. Саму идею вообще произведения этого сценария и потом фильма продиктовала сама локация, сама заправка. То есть мы с режиссером Ильей Барановым снимали клип для наших заслуженных артистов вот, на только что открывшейся заправке вот под Минском. Посмотрели, какая там, какой комплекс выстроили, прям готовая локация для фильма. Мы предложили руководству «Белоруснефти», они с удовольствием отозвались. Вот. И дальше, собственно говоря, руководство телеканала запустило у нас работу. И у нас теперь есть фильм. Своими силами полнометражное кино – дело рук сплоченной команды телеканала ОНТ. Операторы, художники, сценарист, режиссер – все свои. В ролях и молодые белорусские актеры, свыше 30 профессионалов, уже давно полюбившихся зрителю. С кино получилось, и спасибо огромное Максиму Юрьевичу и Илье Баранову, режиссеру. Спасибо за то, что позвали. Это было круто, а это было классно. И кино получилось хорошее, доброе, смешное местами. Я раз 10 уже смотрел, правда, и всегда смеюсь, потому что мне интересно. Артисты хорошие. Крутые белорусские артисты, это клево. Бум юмора, авантюрная отечественная комедия богата на забавные сюжетные повороты и самые неожиданные места для съемок. Для полноты картины задействованы аж 49 локаций. Зрители узнают здесь и Мирский замок, и линию Сталина. Кстати, АЗС в фильме действующая. Выстраданный проект, потому что мы долго его ждали, долго о нем мечтали. И между идеей, пилотом, и между созданием самого фильма прошло достаточно много времени. И не могу сказать, что было сложно, потому что когда классная обстановка, когда очень классная команда, группа, когда все нацелены на одно дело, сделать что-то хорошее, и когда все дружат, когда есть такая атмосфера радости на площадке, оно, мне кажется, всегда как-то проще проходит, без сопротивлений каких-то внутренних. Прямо с экрана после почти 2 часов просмотра на одном дыхании бурными овациями счастливый зритель встречает главных действующих лиц. Творческая встреча только приумножает массу положительных эмоций. Это была такая неожиданность, что будут актеры, и вот мы запищали, как будто бы, ну вот просто актеры, прям с фильма. Вот мы на них смотрели тут 2 часа, и они выйдут, и с ними поговорить можно. Встреча с актерами дорогого стоит, ведь это впервые в моей жизни. Испытала колоссальную радость, потому что встретиться живьем, на вопросы мы, как говорится, получили все ответы, то, что мы хотели услышать, мы услышали. Актеры вживую еще, как говорится, краше. Столько веселья, радости, позитива. На самом деле очень приятно. Даже можно сказать, что я горжусь, что действительно в Беларуси снимают такие веселые, интересные комедийные фильмы. Обязательно порекомендую. Еще раз, мне кажется, несколько раз пересмотрю его. Приятно, что вот во время просмотра нашего фильма, ну, в зале есть реакция. То есть зрители смеются, никто не уходит, никто не выходит из зала. И потом после фильма такой, знаете, послевкусие остается, приятные у людей подходят, благодарят. В лучших традициях с пустыми руками гостей не отпускают. Дорогу до Минска актерам подсластит фирменный воздушный зефир. Спасибо большое. Замечательная публика, замечательный город. Мы когда ехали сейчас вот до кинотеатра из Минска, Инна очень сильно восхищалась. Какие слова ты говорила, когда мы ехали по... Какой уютный, прекрасный город. «Стоп» снято. С полным баком позитива из зрительного зала уходит каждый. И очарованные теплым приемом актеры, и благодарные за хорошее кино зрители. Елизавета Липиева, Максим Калинин, Бобруйск, 360.